Стив, как тебе хватило духу бросить учебу? Пока получаешь образование, упускаешь реальный опыт. Вас! Над чем трудишься? Это компьютерный терминал, он подключается к телеку и появляется изображение. Стив? Иногда один человек. Это новейшие технологии. Никто еще не создавал ничего подобного. Может совершить революцию. Добро пожаловать в Apple. Это все? Ну да. Думаю, начнем с 90 тысяч. Вы не могли бы повторить? Ну, если возьмете меня. Основано на реальных событиях. Компания Apple стала акционерной. Гениальный изобретатель. Мы сделаем обычные вещи незабываемыми. Слоган — это сейчас не самое главное. Пошел вон. Настоящий бунтарь. Он хочет начать войну с IBM. Новое видение. Стиву удавалось невозможное, даже когда он работал у себя в гараже. Я создал Apple, они забирают его у меня. Если будешь продолжать в том же духе, я не смогу тебя защитить. Это воровство. Я тебя засужу, понял? Твой самый главный враг — ты сам. Принято единогласно. Стив больше не работает в компании. Этим летом. Спустя 10 лет после ухода Стива Джобса, будущее корпорации Apple под угрозой. В жизни столько всего нужно преодолеть. Мы поднимем Apple на новый уровень. Кто-то видит возможности. Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. А кто-то эти возможности использует, потому что только безумцы, которые верят, что могут изменить мир, действительно меняют его. Джобс. Империя соблазна. Если мы начинаем свой бизнес, надо придумать название. Apple. Это гораздо лучше, чем лазерный луч.